В Екатеринбурге посредь бела жаркого дня на улице Амундсена под стенами сотового здания, в котором дислоцируется Институт геофизики УРО-РАН, мотобайкер напоролся на кормушку болида. В неравном бою пал и частично надломился. В сегодняшней программе будет отдельный репортаж о том, как подорожник налетел на корму мотоцикла. Вот это вот сенсация! А то, что мотобайкер воткнулся в зад машины, это вполне себе банально и даже заурядно. Декорация такая. По Амундсена со стороны Краснолесья в направлении академика Ванцовского катился серый японский хэтчбэк Suzuki SX4 2011 года выпуска. Возле института геофизики пилот япошки тормознулся, чтобы пропустить встречный поток и повернуть налево, к институту. В это время за ним ехал китайский байк фабрики CF Moto со штаб-квартирой в Хангчжоу в модификации 450SR. Мотоциклист, увидев впереди торчащую засаду, попытался проскользнуть меж рядами болидов, но мальца не вписался и напоролся на задний правый угол стоячей Сузуки. Угол сгладил, но при этом поднебесный байк завалился на левый бок, а его наездник подозрительно переломил ключицу. Ну, в смысле, у эскулапов скорой возникло подозрение на перелом ключицы, и байкера на карете увезли в 24-ю травматологию. В япошке находились пилот и пассажирка. Они при подлом нападении сзади здоровьем не повредились.